Примерно так развлекались на балах итальянские короли времен династии Медичи. А теперь танцы 15 века осваивают дети 21 столетия. Это участники ансамбля «Фокстрот», единственного в Москве коллектива, который исполняет исторические бальные танцы от эпохи Средневековья до 19 века. Есть определенный слой и детей, и взрослых, которым интересно. Ведь, как известно, даже у вас в Брянске есть исторический клуб. Правда, взрослый? А я хотела бы, чтобы люди уже приучались не когда тебе уже за 30, а с малого возраста, с 4-5 лет, чтобы они уже приучались к этой атмосфере, учились себя грамотно вести, и тогда они будут действительно достойными сынами нашей страны. Их концерты в основном проходят в усадьбах или дворцах, а их номера – это настоящее путешествие во времени. Кроме исторических танцев, участники ансамбля изучают еще бальный этикет и старинные игры, а два раза в год участвуют в настоящих детских балах. Надя уже 5 лет изучает исторические танцы. Больше всего девочке нравится эпоха 18 века с ее польками и минуэтами. В классических танцах отличается музыка от всяких современных танцев. И там слушаешь музыку и радуешься. Это не барабан, там стучат. Пластичность там. Ученики первой Жуковской школы на такой исторической дискотеке побывали впервые. Многие и не знали, что кроме хип-хопа и брейк-данса есть еще мазурка, краковяк, жига и фарандола. Интересно посетить эти исторические танцы. Я как бы сама увлекаюсь. И, ну, как бы я даже не знала, что есть такие танцы, ну, только как бы знала, вот, молодежные, а вот, как бы, раньше старинные, вот, для меня это было очень интересно. Мне кажется, подобные мероприятия необходимо как можно чаще здесь проводить, оживлять дом, музей и наполнять его не только экскурсиями рассказанными, но и танцами. В атмосферу тютчевской усадьбы ансамбль «Фокстрот» вписался гармонично, ведь когда-то в этом зале тоже проходили бальные вечера. Известно, что и сам Федор Иванович был завсегдатаем светских раутов. Елена Смирнова, Максим Кузнецов. События Овстук.